Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок математики. Тема сегодняшнего нашего урока – повторение. Равенство, неравенство, уравнение. Цель сегодняшнего нашего урока – повторить, закрепить понятие равенства, неравенства, уравнения. Закрепить вычислительные навыки при решении равенств, неравенств и уравнений. Развивать логическое мышление. Урок повторения дает нам понять, что мы умеем и что должны знать. Что знаем, будем повторять. Что забыли, будем вспоминать. Этот урок математики мы начнем под девизом. Математика важна, в жизни всем она нужна. Итак, начинаем, как всегда, мы с разминочки ума. Давайте подумаем, ребята. Учительница пишет на доске числа в таком порядке. 5, 10, 15, 20. Какие следующие три числа должна записать учительница? Подумайте и дайте ответ. Правильно, это число 25. Верно, это число 30. 35. Молодцы, ребята, у вас все правильно получается. Следующее задание. Давайте подумаем и ответим на вопрос. Насколько 12 больше 5? На 7. Насколько 18 больше 9? На 9. Насколько 7 меньше 13? На 6. Насколько 8 меньше 11? Правильно, ребята, молодцы. Вы прекрасно справляетесь с работой. Ребята, скажите, пожалуйста, как можно назвать одним словом все эти записи? Да, это выражение. А на какие группы можно разделить эти выражения? Верно, это равенство, неравенство и уравнение. Так давайте же вспомним, что же такое равенство? Равенство. Числа и выражения, соединенные знаком «равно», образуют равенство. Следующее, давайте же вспомним, что такое неравенство. Числа и выражения, соединенные между собой знаками «меньше» или «больше», образуют неравенство. А что же такое уравнение? Уравнение – это равенство, содержащее неизвестное число, которое надо найти. Например, х минус 10 равно 27, 15 плюс х равно 18. Закрепим свои знания, выполнив задание по учебнику. Объясни, почему верно неравенство. Сумма двух чисел 3 и 7 больше разности чисел 10 и 5. Как это можно доказать? Подумайте, ребята, и дайте ответ на этот вопрос. Правильно. Надо вычислить выражение справа и слева от знака неравенства. То есть найти сумму двух чисел 3 и 4, она равна 7. Найти разность двух чисел 10 и 5, разность равна 5. При счете число 7 следует после числа 5. Значит, сумма чисел 3 и 4 больше разности чисел 10 и 5. Продолжаем работу по учебнику. Рассмотри рисунки и составь по ним верное неравенство или равенство. Будьте внимательны, дети, и составьте эти неравенства и равенства. Пожалуйста, проверяем нашу работу. Сумма чисел 3 и 4 больше разности чисел 8 и 2. Следующее. Проверьте, у вас такой ответ? Молодцы, ребята, вы прекрасно справляетесь с работой. Продолжаем нашу работу и выполним задание на сравнение. Надо сравнить выражения. Продолжаем работу, проверяем, что у нас получилось. Молодцы, ребята, вы справились с этим заданием. Работая дальше, мы начнем работу и решим уравнение.
если вы знаете, как надо решить уравнение, пожалуйста, будьте внимательны. Решаем уравнение. А теперь проверяем. Молодцы, ребята, вы справились с этой работой. Реши задачу. В зооуголке было 15 волнистых попугайчиков. Горлиц на 3 больше, чем попугайчиков. А канареек на 9 меньше, чем горлиц. Сколько канареек было в зооуголке? Посмотрите на краткую запись этой задачи и решите ее. А теперь проверяем. Так, первым действием мы узнали, сколько горлиц. Вторым действием мы получили ответ на наш вопрос. Ребята, мы подошли к концу урока. Сегодня на уроке мы повторили и закрепили такие понятия, как равенство, неравенство, уравнение. Закрепили вычислительные навыки при решении равенств, неравенств и уравнений. Развивали логическое мышление. Ребята, вы молодцы. Спасибо вам за работу. Желаю вам успехов в математике. Добрый день, ребята! Сегодня на уроке русского языка мы познакомимся с новой темой – предлоги как часть речи, употребление предлогов в речи. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся, что такое предлог, на какие вопросы отвечают предлоги и для чего предлоги служат нам в предложении. В русском языке существует множество предлогов. Мы постоянно их используем в своей речи. Так что же такое предлог? Предлог – это часть нашей речи. В переводе с греческого языка предлог переводится перед словом. Мы должны с вами запомнить, что предлоги всегда стоят перед словами. Так для чего же нам нужны предлоги и для чего же они служат нам в предложении? На этот вопрос мы с вами ответим, когда выполним задание на экране. Давайте прочитаем предложение. Белка сидит в дереве. Она держит в лапках шишку. Ребята, можем ли мы сказать, что слова в предложении связаны между собой по смыслу? Конечно же, нет. Здесь не хватает предлогов. Давайте с вами подставим подходящие по смыслу предлоги в данные предложения. Давайте проверим, что у нас получилось. Белка сидит на дереве. Она держит в лапках шишку. Теперь мы можем с вами сказать, что слова в предложении связаны между собой по смыслу. Конечно, а помогли нам в этом предлоги. Давайте попробуем задать к данным предлогам «вы» и «на» вопросы. Получилось у вас это сделать? Конечно же, нет. Потому что к предлогам поставить вопрос невозможно. Давайте сделаем вывод из вышесказанного. Предлог – это часть речи, которая служит для связи слов в предложении. Предлог не обозначает предмета, признака, действия. К предлогу нельзя поставить вопрос. В русском языке, ребята, мы сказали, существует множество предлогов. Мы сегодня с вами познакомимся с некоторыми из них. Обратите, пожалуйста, внимание на экран, какие предлоги мы используем постоянно в нашей речи. Это предлог «у», «с», «на», «без», «в», «при», «через», «перед», «для», «между», «к», «о», «на», «над», «по», «до», «за», «под», «про», «около». Но мы сейчас должны с вами запомнить правописание некоторых предлогов. Давайте повторим предлоги вслух, как мы это произносим устно. «Из», «через», «без». На конце данных предлогов мы слышим звук «с». Но должны с вами запомнить, что в правописании предлогов «из», «через», «без» мы пишем букву «з». Давайте прочитаем вторую группу предлогов. «Под», «перед», «над». В конце данных предлогов мы слышим звук «т». Но должны мы запомнить, что в правописании пишется буква «д». «Под», «перед», «над».
Сегодня на уроке мы познакомимся с новым словарным словом. Это слово «апрель». В слове «апрель» два слога. Ударение падает на второй слог. Мы должны с вами запомнить правописание гласной буквы «а» в первом слоге. Давайте вместе повторим это слово «апрель». Если мы с вами сомневаемся в написании словарных слов, мы можем обратиться к орфографическому словарю. Чтобы узнать значение данного слова, мы с вами можем обратиться к толковому словарю. В толковом словаре Ожегова апрель обозначает четвертый месяц календарного года. Если же мы с вами посмотрим в толковый словарь Кузнецова, то там мы узнаем значение данного слова. Это тоже четвертый месяц календарного года. Второй месяц весны. А сейчас, ребята, откройте, пожалуйста, учебники на странице 109, и мы выполним упражнение 186. Что нам нужно сделать в данном упражнении? Нам нужно прочитать его, потом определить, какой предлог пропущен в каждом предложении, объяснить свой выбор, списать данное упражнение, вставить нужные предлоги, а самое главное запомнить, что предлоги с именами существительными пишутся раздельно. Ребята, а как вы думаете, почему предлоги с именами существительными пишутся раздельно? Правильно, ребята, предлог – это слово, а слова в предложении пишутся раздельно. Давайте проверим наше выполненное задание, и я думаю, вы выполнили его так же, как сделала это я. Ребята, прочитаем первое предложение. Дети гуляли в лесу. Давайте поставим к данному имени существительному вопрос «в лесу». Но мы к данному существительному можем поставить и другой вопрос. Дети гуляли где? В лесу. Весной птицы летят с юга на север, а осенью с севера на юг. Птицы летят с чего? С юга. Но также мы можем поставить вопрос без предлога. Птицы летят откуда? С юга. А птицы летят на что или куда? На север. А осенью с чего птицы летят? С севера или откуда? На что или куда? На юг. Лебеди летели над морем. Лебеди летели над чем? Над морем. Хлеб пекут из муки. Хлеб пекут из чего? Из муки. Мы читали книгу о животных. Мы читали книгу о ком? О животных. Апрель с водой, май с травой. Апрель с чем? С водой, май с чем? С травой. И вы видите, что в данном упражнении у нас повторяется наше словарное слово. Давайте его еще раз повторим. Апрель. А самое главное, ребята, мы должны с вами запомнить, что предлоги со словами пишутся раздельно. Домашним заданием вам будет выполнить упражнение 189 на странице 111. И хотелось бы наш урок окончить стихотворением. Ах, предлоги, до чего же недотроги? Если встретишь, не спеши и раздельно напиши. Если с текста сняли, связь там потеряли. Урок окончен, ребята. До новых встреч. До свидания. Здравствуйте, дорогие второклассники! Мы начинаем знакомство с новым разделом «Литература зарубежных стран». Откройте учебник на странице 171. Давайте прочитаем титульный лист нового раздела, который мы с вами начинаем сегодня изучать. В этом разделе мы познакомимся со сказками и стихами для детей, созданными писателями Англии, Франции, Америки, Дании и приведенными на русский язык. Мы научимся узнавать значения незнакомых слов, называть героев произведений, рассказывать о них, придумывать свои окончания сказок. Мы будем учиться сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран, инсценировать сказки, находить нужные произведения в библиотеке. Ребята, сегодня на урок к нам пришел гость. Угадайте его. Живет в доме хозяин. Шубка атласная, лапки бархатные, ушки чуткие. Днем спит или сказку говорит. Ночью бродит, на охоту ходит. Мышек сторожит. Кто это? Правильно, это кот. Ребята, вспомните сказки, где героем был кот. Это такие сказки, как «Кот и лиса», «Дядя Федор, кот и пес», «Кот в сапогах». А кто из вас знает, кто написал эту сказку?
Давайте познакомимся с автором этой сказки. Шарль Перро, известный французский писатель, сказочник, поэт. Давным-давно в тридевятом царстве, в тридевятом государстве жили пятеро братьев. Жан – адвокат, Пьер – сборщик налогов, Клод – врач и любитель архитектуры, Николя – ученый богослов и математик, а самый младший из братьев, Шарль, достиг самых больших высот, стал генеральным секретарем в интендантстве королевских построек, членом французской академии, физиком, анатомом, языковедом. Но государственные заслуги Шарля скоро забылись, потому что запомнилось совершенно другое – сказки господина генерального секретаря. Зато они запомнились так крепко, что и в 3 века спустя французы считают сказки матушки Гусыни или истории сказки былых времен с поучениями одним из самых славных созданий национального духа. А какие сказки написал Шарль Перро? Это такие сказки, как «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Золушка», «Подарки феи», «Мальчик с пальчик», «Волшебница» и многие другие. Сегодня мы с вами познакомимся со сказкой «Кот в сапогах». Но прежде чем мы приступим к чтению, давайте с вами проведем словарную работу. Наверняка вы все слышали слово «мельница». Это здание с приспособлением для разлома зерна. В пору, как раз по размеру. Статный, стройный, правильного телосложения. Крестьяне, сельские жители, заняты на работах в полях и в разведении скота. А теперь послушайте сказку. Было у мельника 3 сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро. Старшему досталась мельница, среднему – осел, но аж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. Кот увидел его горе и говорит спокойно и рассудительно: «Не печальтесь, хозяин, давайте ко мне мешок, да закажите пару сапог, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется». Хозяину некуда было деваться, выполнил он просьбу кота. Едва только тот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, перекинул через плечо мешок и зашагал в заповедный лес, где водились множество кроликов, а в мешке у него была морковка и заячья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то молоденький, доверчивый кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Недолго думая, кот взял мешок и, гордый своей добычей, отправился прямо во дворец к королю. Его проводили в королевские покои. Кот отвесил его величеству почтительный поклон и сказал: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса». Такое имя выдумал он для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», — ответил король, «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Несколько дней спустя кот пошел на поле, и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались 2 куропатки. Он живо завязал мешок и понес птиц королю. Король охотно принял и этот подарок и приказал дать коту на чай. Так прошло 2 или 3 месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Согласны вы послушаться моего совета?» – спросил он своего хозяина. «В таком случае счастье у нас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи: «Сюда, сюда, помогите! Маркиз де Карабас тонет!»
Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли все до нитки, а на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из самых лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда, красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону 2-3 взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. Вскоре он прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Пробрался кот в замок к великану и говорит ему: «Меня уверяли, что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона». «Могу», — сказал великан. «А еще меня уверяли», — сказал кот, — «что вы будто умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или даже мышкой». «Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным». «Ах, вот так, невозможным?» – переспросил великан. «А ну-ка, погляди!» И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю: «Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!» «Как? Господин маркиз?» – воскликнул король. «Это за этот замок тоже ваш?» «Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг». Король был очарован владениями господина маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума. «Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас, а я согласен». Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка для собственного удовольствия. Ребята, надеюсь, вам понравилась сказка. А теперь скажите, каким был кот? Хитрым, сообразительным, заботливым. Каким был его хозяин? Нерешительным, добрым, красивым. Ребята, чему учит нас эта сказка? Сказка нас учит находчивости, смекалке, ловкости и хитрости. Учит добиваться от жизни всего, используя те средства, которые имеешь. Учит дружбе и верности. Учит не падать духом и никогда не прекращать верить в лучшее. Дома я вам рекомендую, ребята, прочитать еще раз сказку «Кот в сапогах» на страницах нашего учебника и проиллюстрировать понравившийся вам момент сказки. До свидания. Спасибо за урок.